спокойном уединении протекает отдых постояльцев в отеле Crazy Bear, сумасшедший медведь, который находится на Британских островах. Этот четырехзвездочный отель, расположившийся в самом старинном здании графства Бекингемшир, Оксфорд, имеет всего 17 номеров. Так что гостей здесь никогда не бывает много, а значит, особенно шуметь никто не будет. Но не в этом главная ценность Crazy Bear. Этот отель ориентирован буквально на каждого клиента и предлагает своим посетителям уникальные, ни на что не похожие номера. Каждый из номеров отеля – настоящее произведение оформительского искусства. Свой, особенный, мир. У комнат даже есть собственные имена, что лишний раз подчеркивает их индивидуальность. Черная комната, несмотря на свое мрачное название, место очень романтичное, темный цвет стен и потолка здесь удачно сочетается с мебелью 18 века и аксессуарами 21 столетия. Белая комната – образец минимализма, все четко, ровно и геометрично, ничего лишнего. Мятная комната – средоточие свежести и легкости, которые придают ей цвет оформления и терраса, где вполне можно принимать солнечные ванны. При этом не стоит думать, что отель слишком чопорный и правильный, достаточно угоститься в его баре шампанским из крана, откуда должно литься пиво, или получить номер, где ванна будет стоять прямо рядом с кроватью. И ничего удивительно, сумасшедший медведь все же. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.